Господин управляющий, вот скажите мне, пожалуйста, я княжна? Что, простите? Ну, я говорю, я княжна? Очевидно, что нет. Нет. А почему я должна срать при свечах? Где свет? Где свет, скажите мне? Вам что-нибудь подсказать? Кто в тапки насрал? Без комментариев. Смотри, Мишка идет со своей женой. Счастливая она с цветами, в новой шубе. Видать, Мишка нехило так накосячил. Слушай, вот так один день бывает, сгоряча кого-нибудь пошлешь нахрен. А потом сидишь, переживаешь. Дошел, не дошел. Легла просто полежать, уснула. Легла почитать книгу, уснула. Легла посмотреть фильм, уснула. Легла спать, энергия бьет, как из атомной электростанции. Я обожаю слово «привет». А если еще в сочетании с фразой «как дела?», это вообще меня приводит в неописуемый восторг. Ну а если добить, чем занимаешься? Все, полный экстаз. А, сучка ты, крашена, тут любовь, а вам и дел нет. Ты чего же, крашена, а там натуральна.